двери с добрыми глазами. Там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится. Там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Колеснице я совершу полет. Мне час свидания предназначен в звездной моей стране. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Верю в тебя, мое спасенье, маленькая страна. Маленькая страна, маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна. Пусть праздник Пасхи сошлет на вас благодать самого Господа и подарит здоровье и процветание всем вашим семьям. Желаем всем вам здоровья, долголетия, мира, любви и счастья. Доброй традицией на Тяшевской земле стало проведение праздника «Пасхальный перезвон». Праздник, который объединяет всех неравнодушных, верующих людей для того, чтобы нести добро и свет всем людям, чтобы дарить всем радость и надежду. На сцене воспитанники воскресной школы «Истоки». Встречайте! С воскресением Христовым
с Пасхой Господней. Этот праздник – это победа над тлением и победа над разрушением. И Христос победил всепобеждающий, всеобъемлющий божественной любовью. Эту любовь человек может вместить в свое сердце. Это уникальность, присущая всем нам. И вот в связи с этим мне хочется пожелать всем мира, здравия, благополучия, чтобы каждый из нас открыл сердце Богу, поделился со своей добротой, со своими родными и близкими. Что же там такого интересного? О, конфетки, шоколадки. Вот это да. Ну, класс. Идемте, идемте. Это шоколадки, мне кажется, волшебные, да? Точно, заслужили. Говорят, что это шоколадки волшебные. Всем родителям благодарны, что вы своих детей подключаете, в первую очередь, к Богу, чтобы все знали, что у нас Он есть. И, конечно же, огромное спасибо всем организаторам. Спасибо. От Тяшевского детского сада номер 1. Тяшевского детского сада номер 1. Ангелина, ученица 4 класса.
ответил, спроси, когда вернешься домой. Я отвечу, как можно скорее, засияешь улыбкой моей. Как же мы с тобой похожи, эти глазки, как у мамы твоей. Разве может быть что-то дороже? Вот неведомые дали, с нетерпением ждут звоночка. Пусть меня хранит мой ангел, зная, что дома дочка. Пусть меня хранит мой ангел, зная, что дома дочка. Когда делаешь совместные поделки, ты больше узнаешь о своих детях. А дети узнают много о своих родителях. Умеют ли они рисовать, клеить. А вот некоторые поделки, которые стоят в нашем фойе, можно назвать шедеврами и украсить. И они могут украсить наши дома. Это действительно шедевры, это не поделки. Вот когда выйдете потом уже в коридор, все бегом-бегом забежали в зал, выйдите и посмотрите, пожалуйста. Я хочу поблагодарить и детей, и родителей за это, что вы старались, вы это делали. В первый год было где-то 40 поделок.
потом уже больше 80, а в этом году их уже больше 200. Мы этому очень рады. Наверное, очень символично, что в этом году, в это непростое время, Пасха и День Победы празднуются практически в одно и то же время. Я хочу вас поздравить с этими самыми любимыми праздниками нашей страны, Пасхой и Днем Победы, пожелать вам мира в ваших домах, чтобы ребята, которые служат на СВО, вернулись все живые, и быстрее была наша победа. Еще хочу поблагодарить от всего зала, наверное, наших организаторов, наших звезд. Наверное, ни в одном зале такое не собиралось, чтобы такие звезды собирались на нашем концерте. Это начиная от детского сада, детского хора, наших гостей, отца Евгения, ну и, конечно, наших звезд. Давайте все поблагодарим их за сегодняшний праздник. Праздник никогда не на календаре праздник, а когда в душе праздник. Сегодня наш праздник состоялся. Все, у всех лица такие светлые, радостные. Но всех с праздником!